Пора закрываться или пора открываться. Добро пожаловать в Чехию. А, какая сегодня отличная погода. Какая замечательная погода для мести. У нас есть задача. У нас есть четкая задача. Это задача, это месть. Потому что кое-кто посадил нашего Инджиха в тюрьму, а такое не прощается. Мы можем многое простить, но не это. Мы идем мстить, да. Нам еще нужно зелье собачьей щетины, чтобы, блин, снять зависимость от алкаша Голя. И чтобы можно было оружие хотя бы использовать. По-моему, я топор. Нет, топор я могу использовать. Лук. Вроде тоже могу использовать. Мы идем, мы будем мстить этому гаду. Я просто думаю, в каком порядке. Там еще нужно помочь больным. То есть коротко о том, что произошло. Мы помогали в лечебнице вот здесь, в монастыре. Там типа раненые люди. Индрих, поскольку он у нас мастер-хирург, он всем помогал. Пытался всем помочь. Потом пришел мужик, посадил его в тюрьму. Просто так, вообще без провокации. Ну, практически просто так. Что полный непорядок. Поэтому тут есть несколько вариантов. Первое, можно сразу мстить, можно, а второе, можно сначала помочь раненым, а потом мстить. Я думаю, наверное, стоит сначала помочь раненым, а потом мстить. Я даже, кажется, знаю, где этот чувак живет. Он, по-моему, живет в том доме. Потому что мы там с охранником когда-то добазаривались. И вроде охранник говорил, что он охраняет этого как раз чувака. Я поем из всех котелков. Потом я... Солонина испортилась. Отлично. Жрать нечего, только пиво. Поэтому мы будем мстить. Нифига не помню, как все тут по заданиям. Вот это, по-моему, оно, да. Попросить раненым. Нужна еда. Нужно помочь раненому с надобьем, который не может заснуть. Узнать, что случилось с Филиппом. Нужно 100 мяса. Петр, привет. Ты меня спас. Ты не представляешь, что ты для меня сделал. О. Боже мой, спасибо тебе. Не так уж много я и сделал. Ты сделал больше, чем кто-либо другой. Прости, у меня нет грошей, чтобы отблагодарить тебя. Но я могу рассказать тебе один секрет. Как рабочие вроде меня могут изо дня в день делать тяжелую и изнурительную работу. И где секрет, собственно? Что он рассказал-то? Какой секрет? Наверное, прокачал какую-нибудь живучесть или что-нибудь такое. Или силу, может быть. Но поскольку у нас так большие уровни, оно не прокачало уровень до конца. Ну ладно. Так. Тамашу мы ногу вправляли. Чего ты хочешь? Я смотрю, тебе уже лучше. Я себя гораздо лучше чувствую. И мне сказали, что все это благодаря тебе. Спасибо. Спасибо, в карман если не положишь. Если тебе когда-нибудь понадобится узнать что-нибудь о том, что творится в Сазаве, приходи ко мне. Здесь мало что происходит без моего ведома. Меня зовут Тамаш. Я вижу, на тебе да написано. Да пребудет с тобой Господь. Так, про Филиппа надо узнать. Йоханка, скажи мне про Филиппа. Индра, как дела? Отлично. Кроме того, что я в тюрьме посидел. А, что случилось с Филиппом? Что случилось с Филиппом? Бедняга, на нем не царапины, но с каждым днем ему становится все хуже и хуже. А ты знаешь почему? Возможно. Видишь ли, он не убежал из Скалицеи, он долго прятался, среди мертвецов. Если он отравился. Но что мы можем сделать? Мы. Ничего, только отец Симон мог бы спасти его, он многое знает о ядах. А где он? Ты что, с луны свалился? Он уехал из Скалицеи много лет назад. И никто не знает, где он сейчас. Ха. Если верить слухам, то его нужно искать в равне. Офигеть. Так. Найти отца Симона.
я больше не сплю. Про попечителя что-то есть в диалоге, этот да? Этот попечитель, Себастьян, просто отвратителен. В некотором смысле это неприятно, но вообще я не знаю. Ты это серьезно? Что ты хочешь сказать? В отличие от тебя, он был здесь все это время. Вот так вот. И вообще, занимайся своим делом. До свидания. Вот так вот. Помогай, не помогай, лечи, не лечи. Мясо оленя приноси, не приноси. Ну, попечителя есть особняк. Так что... Как бы... Я имею в виду Инджик. Ну, ты понимаешь, о чем я? Как всегда, история всей моей жизни. Да, брат Никодим? И не говори, брат. Он точно труп теперь? У меня есть другие планы. Потому что, да, мы можем пойти просто убить попечителя, который, я уверен, что живет в том особняке. По-моему, да, вот это его дом. Это неинтересно. Что я хотел сделать? Нет, вот в этом особняке, да. Вот тут он живет. Что я хотел сделать? Что, если бы мы ночью прокрались в особняк попечителя... Вор. Что? В чем дело? Ты думал, я не узнаю? Ты не вернул на место реликвию. Но черт. Что? Как ты мог? Вот из-за таких, как ты, туда и не пускают порядочных людей. Репутация понизилась? Ай. Окей, мужик. Ты уверен, что ты хочешь это делать? Как драться в рукопашном бою? А, вот так. Что происходит? Не, мы для этого чувака когда-то проходили квест. Дуб. А теперь он меня вором называет. Ну сейчас я тебя запинаю ногой. Ай. Черт. Хорошо приземлился. И да. Это... Мы чашку из монастыря типа украсть хотели. Чтоб тебя. Может, тут контратаки надо делать? А, вот она, что, Михалыч. А, мужик, отойди, пожалуйста. Двое чуваков в латных доспехах мутузят друг друга, офигеть. Мужик, ты не хочешь этого делать. Поверь мне. Промахнулся. Окей. В чем дело? Продолжай. Инджик, убери с него прицел. Ты свое получишь. Из-за чашки. Мы чашку из монастыря украли? Да ну, он просил ему эту чашку принести. Инджик, перестань. Иди сюда, трусишка. О май бог. Иди сюда, трусишка. Дерись. Да мы будем 5 лет. Доброго тебе. Чей это дом? Попечителя монастыря. Я говорил, это его дом. Пана Себастьяна. Премного бл... Не за что. Прощай. Доброго тез. Все, помирились. Но до этого момента меня останавливало то, что этот охранник типа нас, наш дружбан. Но теперь он наш не дружбан, то есть вообще все нормально. Можно и охранника будет вырубить, когда на попечителя пойдем. В общем, попечитель здесь живет. Мы знаем, где он живет. Тут есть интересные вещи. Тут, во-первых, можно здесь зайти. Во-вторых, вот здесь какой-то путь через конюшню есть с лазом наверх. То есть мы сюда ночью придем или вечером.
и посмотрим, что здесь можно сделать, как тут можно пробраться к этому попечителю. Меня сбили с мысли, о чем я говорил. Короче, убить его это слишком просто. Что мы можем сделать, прокравшись к нему ночью домой? Мы можем его придушить, но не убивать. Раздеть догола. Взять его тело, вынести куда-нибудь вот туда в лес. И затащить его куда-нибудь... например, сюда. И там оставить в лесу. Пускай там живет нафиг. Посреди леса. Он проснется утром и такой: «А-а-а! Где я?» Или продать его половцам, да. Это было бы идеально. В речку кинуть, и пускай плывет. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, ну для начала мы займемся здесь помощью раненым. Братом Никодимом нужно про условия в лечебнице поговорить. Ты брат Никодим? Ты брат Элиаш. Билли Элиаш. Окей, брат Никодим? Я не могу так заснуть. Почему они так плохо обеспечены? Почему они так плохо обеспечены? Люди лежат вплотную друг к другу, а некоторым даже приходится спать на улице. Это не идет им на пользу, ночью на улице холодно. Индрих, капитан очевидности. Я больше ничего не могу им предложить. Как это возможно? Вы же брат-лекарь. Вы же решаете, как распорядиться грошами. Но не я решаю, сколько грошей мне выдают. А все из-за того, что аббат в отъезде. Мне выдают столько же грошей, как тогда, когда нужно было заботиться только о престарелых монахах. Я не могу, я просто не могу. И вы ничего не можете сделать. Другие не помогают вам. К сожалению, нет. Братьев в обители не очень интересуют мирские дела. А попечитель сыт по горло теми беспорядками, что творятся в крае. И его больше интересует, чтобы в монастыре все было спокойно. А местный попечитель, у него достаточно припасов. Я пытался с ним поговорить, но он не в ладах с Яханкой и теперь не хочет ничем нам помогать. Хмэм, я попробую поговорить с ним. Узнайте, как улучшить условия для больных. Я не верю, что ваша совесть позволяет вам бросить жителей Скалицеи в таком состоянии. Я знаю, мне стыдно, но мои братья считают, что теперь все в руках Господа. Поговорить даже с победителем, ты не один, а? Так считаешь. Ну, желаю тебе удачи. Что здесь можно сказать по этому поводу? Я планирую с ним поговорить. Честно, нам, чтобы разговаривать, нужно избавиться от зависимости от алкоголя. Потому что из-за этой зависимости у меня минус красноречию. Я не могу разговаривать. От алкоголизма снять надо зелье собачьей щетины. А, где нам сказали поехать? В Ровну? Ровно. Поехали в Ровну. Попробуем найти этого чувака с ядами. Может, по дороге я найду зелье собачьей щетины в Самопеше. Поехали на север отсюда, короче. Где у нас север? Это время... Время 11 утра, значит, это восток. Смотри на восток, север там. Поэтому я сейчас поеду в Ровну. По дороге, если нам нужно найти оленей. Нужно 100 мяса. О, можно ли копать могилы прямо здесь? Не дает. Странно. О, могила. И нам нужно 100 мяса, да? То есть это... Да, в принципе, немного. Пару лосей подстрелить. Изи. Чтобы разговаривать, мне надо избавиться. Блин, это... Закупить надо зелье собачьей щетины штук 500. Если увидим их. Плотва! Шевелись, плотва. Я. Та-та-та-та. Та-та-та. О, мост. Ой, стена. Не отличаю мост от стены. Кто построил стену посреди, блин, дороги? Ага, вот. Плотва, прыгай. Прыгай, плотва. Нет, плотва, прыгай. Отлично. Ну, по идее, строго на север отсюда мы приедем в... А я в этом лесу никогда не был. Может, пешком пройти здесь?
Здесь могут быть, наверное, эти. Да, я сейчас вот здесь. Вот в этом лесу. Самопеш, недалеко по этой дороге. Знаешь что, плотва? Потуси. Я пройдусь в Сазавские леса, и может быть здесь будут олени. Хотя, если мы оленя поймаем, нужно... А, если я найду мясо оленя, я его сложу в плотву. Я думаю, это нормально. Типа, использовать для перевозки мяса лошадку. О, лагерь. Интересное место. Ть, сел на бревно. Офигеть. Слезай с бревна. Камень. Ножницы. Бумага. И чего в нем интересного в этом месте? Кто-то что-то построил и не достроил. Эх, не катаемся на плотве. Может, ее на мясо для монастыря? Что? Нет. Ужас какой. Плотву на мясо. Кошмар. Чат, вы ужасные. Пень. Я заперся в лес, но я пытаюсь найти. Ага, вон там что-то есть. Пытаюсь найти оленей. Или косут, или кабанов. В общем, кого-нибудь. Дом. Белый гриб, грибы не пойдут? Еще одно интересное место. Ну, такое себе по интересности место, честно говоря. Происшествие. Пещера. Пещера. Где здесь пещера? Что? Какая пещера? Капитан. Три в одном, да. Может быть, в пещере медведь? Медведя на мясо. О, мужик. Мужик на мясо. Ладно, мужика есть не буду, он не мытый. В дом можно зайти? Думаете, пещера в доме? А, да, действительно, можно зайти. Оу, и действительно, пещера в доме. Вы были абсолютно правы. Ха. Пещерный гриб. И... дохлый мужик, которого, судя по всему, умер от недостатка солнечного света. Да. Мужик, балка на нем лежит, 100%. Смерть, причина недостатка витамина D. Он слишком долго сидел под землей, поэтому недостаток витамина D. Очень опасно. Да, нам надо спасать больных, окей. Сейчас мы вот здесь откроем, может здесь 100 килограмм мяса. Длинный лук.
Из Тиса. К чему ключи? Книга вскрывания замков. Можно прочитать 10 уровня. Рецепт противоядия. Спасительный шнапс. Сапоги. А нам же нужно было противоядие, да? По квесту не поможет ли? А, нужен высокий уровень. Так что... Лук, похоже, лучше нашего. Какой-то имба лук сейчас. АО. Игра, в которую очень весело и приятно проводить время. А есть тут можно бухать. И да вот тебе на винишко. Господин Ей, спасибо большое за донат 50. Спасибо большое за поддержку. Благодарю. Благодарю. Да, здесь действительно можно. Спасибо большое. У меня пока что Инджих не может пить винишко. Потому что я смисплеил навыки на бухло. Поэтому мы пока только пиво пьем. Ну, как только сможем снова пить винишко, тут же купим. Спасибо большое. Лук офигенский. Просто бомбезный лук. Длинный лук — самое лучшее и самое смертоносное оружие, созданное сверневековыми оружейниками. Нужно 15 силы. Окей, силы пока не хватает, но это вообще офигеть. Это просто бомбовый лук. Так что мы сюда не зря зашли. Совсем не зря. Вот теперь я поеду дальше по делам. Но зашли удачно, скажем, мягко говоря. Как только замутим... снятие зависимости алкоголизма, сразу же сможем этот... Ой, смотрите, что он делает. Сразу же сможем этот лук использовать. У нас технически 14 силы, но, во-первых, технически 14 силы. На практике 15 я брал скилл какой-то, который силу увеличивает вроде бы. То есть у нас должен быть плюс 1. Да? О, у меня что-то качнулось? Чтение качнулось. Чтение запоем. Ваш уровень изучения книги, которую вы прочитали, автоматически улучшится во время сна или пропуска времени. Офигенно. То, что нужно. Окей, плотва, поехали дальше. Вперед. Хороший лес, короче, одобряю. Этот лес еще можно поисследовать, но мы к нему вернемся. Алкоголизм не лечится? Окей. Так, все понятно, доехали куда надо было. Вот черт, берегись. Ну и что тут у нас? Вот черт, берегись. Кто враги, кто свои? Ты кто? Ты половец. Окей. Ты? Половцы versus бандиты? Ага, и теперь все против меня. Офигеть. Ну, естественно, кто бы сомневался, а? Нет уж, брат. Не так просто. Иджен. Так, я вижу там слева еще... Ты что? Там еще бой идет, но пока что мы с этим чуваком разберемся, я вернусь к дороге потом. Лопаст. Я слышу крики справа, поэтому чувствую проблемы.
Все! Что это? Что здесь происходит? Матерь Божья, как раз тогда я хотел напомнить... О, мой бог. По-моему, на меня бегут... Эй-ха! По-моему, там бегут разбойники, которые сейчас... Верно. Труп тупо проигнорят половцы, побегут на меня. О, это топовый разбойник. Осторожно. Эй, юлду поделай. Эх. И это, по-твоему, поединок? Инжек, не тупи. За это ты сдохнешь. Ай! Это все, что ты можешь. О, мой бог, что ты творишь, Индра? Ты минус один? Причем минус бандит. В чем дело? Половец! Половец, мы с тобой можем быть друзьями, перестань. Отлично. Господи, окей, он остался один. На Хаджи Афазба. Ой. Ноль проблем. Всего лишь небольшая потасовка на дороге. О. О, нам нужны деньги, кстати. А вот и мясо. Так, мне нужно выпить отвар из календулы. И сразу починиться. Слушайте, ну это была какая-то топовая движуха. Во-первых... Во-первых, половец на дороге не валяется. Ну, теперь валяется. Окрашенная миланская бригантина? Это надо взять посмотреть, 2000 стоит. Шпоры на продажу. Солонину можно захавать. Шлем предводителя половцев можно продать. У нас сейчас есть вес, чтобы это уместить. Сейчас мы лишнее повыкидываем что-нибудь. Я действительно сейчас наберу вещей на продажу, вы правы. Ну, прям все подряд я грести не буду. У нас есть панцирь, который надо за 3000 отремонтировать, кстати. Миланская бригантина не намного хуже нашего панциря. Ее можно хотя бы починить. У нее в один защиты разница. Я ее, наверное, смогу. Починить. И может носить вместо этого дурацкого панциря фулл сломанного, который за 3000 ремонт. Прочность 78, прочность 80. Блин, практически то же самое. Я, наверное, так сейчас и сделаю. Наш панцирь выкину нафиг. Да будь достаточно мяса, принеси Йоханке. Йоханка действительно готова жрать половцев. Прикольно. Так, ну у этого чувака ничего хорошего нет на продажу такого дорогого. Да, очень много весит. Меня больше интересует тот второй рыцарь. Черный щит. Пернач можно взять пока. Так, а где я... Где я убил вора в черной броне? Вот он. Отлично. Так, ну он у меня бросил оружие где-то на дороге, что ли? А, тащить труп на продажу можно, вы правы. Ахенская темная бригантина, блин. Одна ты тысячу весит? Опа! Стоп. Шлемак. Бацинет с клап-визором. 17 защиты. Это лучше нашего.
Так, это надо потестить. Панский халберг не нужен. Типоны же я возьму, я не помню, какие у нас. Стрела это моя, что ли? Шпоры на продажу. Бригантину взять на продажу тоже, окей. Сейчас я померяю этот шлеп. Шлем. Померяю, потому что... Ну, у него побольше защита, единственное. Ну... Это лучше, чем другие шлемаки, которые мы встречали. Намного лучше. Потому что здесь хотя бы... Ну, почти все видно. Мне все равно не нравится, честно говоря. Что думаете? Выглядит прикольно. Он как крот в нем. Хорош. Ну, это более-менее нормально. Но, конечно, Индржах будет как идиот выглядеть постоянно в этом шлеме. Я имею в виду, мы будем вот это видеть в диалогах. Камон. Ну это... Он не поднимает забрало в диалогах. Он будет вот так ходить. Вроде бы. Привет, Кайто. Тебе рассказывали, какой именно будет Darkest Dungeon 2? Я не особо интересовался. Короче, оставлю пока этот шлем. Сейчас подумаем. Защита побольше, чем у нашего. Ну, с другой стороны, блин, ну это хотя бы как человек смотрится. Окей. Так. Шлем предводителя половцев тоже пока на продажу. Короче, сейчас я... Боевой молот с шипами какой-то, кайфовый молот. Пернач. Молот хороший. Мы сейчас поедем все это продавать. Я не буду складывать все это на плотву, как я и говорил. Плотва у нас не средство... Это друг, соратник, а не средство перевозки лута. Я сейчас проверю, что там за трупы еще лежат. А имею в виду, мы в честном бою вынесли, потому что они, чуваки, пытались нас атаковать. И я обожаю наш топор. Топор так хорош. О, стражники. А, они убили стражников. Ну, у стражников будет считаться краденым, если я что-нибудь возьму. Поэтому я здесь не буду заморачиваться с собиранием стражников. Если только не будет имба стражника. Мы когда-то видели одного убитого стражника, у которого было... Ну, очень крутой шмот был. Но обычных стражников я отбирать не буду. Единственное, что я возьму, съем его копченую колбаску. И солонинкой закушу. Да, здесь прям резня была. И они еще где-то там дрались. А, вот, да. Здесь еще один лежит. Набор кузнеца, спасибо. Календула, кайф. Темный саксонский гамбизон. Стоп. 11? А у меня какой? Селезский гамбизон. Йоу, апгрейд гамбизона. Кайф. И по весу лучше. Изи гамбизон. Да, апгрейд гамбизона на 2 защиты. Заяц? Где заяц? Заяц? Мы сейчас не можем, аху. Вон косули, блин. Вон они. Черт. Окей, чат, следите за косулями, чтобы не сбежали. Так, Варлок, тебе понравится. Она станет, внимание, рогаликом с метапрогрессом между забегами, картой маршрутов как в шпиле и случайными ивентами. Вся игровая сессия Dallas Boss займет не более 5 часов. Игра короче и Ратуса гораздо. Слушай, ну это офигенные новости. Если Darkest Dungeon 2 еще будет рогаликом, ну я вообще в восторге. Я и не знал-то. Это просто шикарная новость какая-то. Ну, я теперь еще больше жду второй Darkest Dungeon. Я и так его собирался играть на релизе.
на в раннем доступе. Но теперь-то еще больше буду. Бацинет с наносником. Это как у нас, только с наносником. Прикольно. Стоп. Чуть-чуть лучше, чем у нас. Да ёпер СТ. Ага, лучше, чем у нас. О мой бог. Апгрейд бацинета. Что мы много апгрейдов делаем? Все апгрейды. Резчик душ? Не жирное название? Оружие для атаки не подходит для защиты. Офигенный меч? Это длинный меч, мы такими не пользуемся. Я такими не... Мне нравится этот... Мне нравится топор. И он сломанный. И не стоит почти ничего. Почти лучший. Мне не нравятся длинные мечи. Мне нравится топор. Ну, я понимаю, он сильный меч, но... Я не буду его брать. Ну да, я понимаю. Ну, выглядит прикольный меч, наверное. Но нам не нужен. Окей. Так, это еще не все. О, жесть. Движуха. Ну, стражников взять нечего особо. Еще один. А, это половец уже. О, золотые шпоры. Шпоры — это хорошо. Шпоры — это очень хорошо. Еще один шлем на продажу. Че еще тут взять можно? Тут много весит. Много весит. Да пофиг. Сушеное мясо тоже мясом считается? Ну нам нужно 100. Мы колбасками не отделаемся. Мне нужны вот эти косули, которых мы тут видели. Вон они побежали. Вон косули. Окей, запоминайте. Косули, в общем, водятся рядом с прудиком. Кстати, красивый прудик. Очень хороший. Мы обязательно к нему вернемся. Как только я сейчас разберусь с этими всеми лутами, которые мы раздобыли. Стоп. Колокообразный шапель 15 защита. Это еще лучше, чем у меня. Одну секунду. Что-то мы все апгрейды делаем. Так. Короче, делаем так. Самопеша. Есть кузнец. Сейчас быстро едем до кузнеца. Там разбираемся. Потому что... Срочно надо доехать до города, разобрать этот лут, продавать там кузнецу все лишнее. Поискать зелье, это лечение от алкоголизма. Короче, плотва, вези меня. Пофиг, поехали отсюда, плотва. Валим, пока еще не ввязались во что-нибудь. Окей, мы уже ввязались, плотва, извини, я тебя завез, блин, в кусты. Застрянем в текстурах. О, нет. О, нет. Только не это. Только не текстуры. Моя единственная слабость. Плотва, тащи. О, вывезла детка. Ох, как она хороша. Чуть там не остались жить. А я не сохранился-то. Вот это был бы номер. Так, это самопеш? По-моему, это дорога в самопеш. Так. По идее, да. Сейчас так, раз и самопеш. Точно он, офигеть. Ха. Варлок, почему ты стримишь Айзека? Я большой ножи, фанат Айзека. Грабли, Айзека. Мотыги, берите самое лучшее. Не? Почему ты не стримишь Айзека? Ну, это честь для... Не знаю, я стримлю. Слой за спайр. Мужик, продай мне, пожалуйста, набор
Зелья. А, это... Окей, мы ищем зелье лечения... Нет, не противоядие. Мы ищем зелье лечения... Этого. Чего-то другого. Мне нравится Айзек, но я не хочу в него играть. Рассказывал я тебе... Противоядие. Что-то. Нет, не противоядие. Собачья щетина, да. Окей. Так, и... Для каждой кухни, там, но это не единственный торговец. Здесь еще где-то торговец есть. Нет? Это кузнец. Кузнец, кстати, мы ему должны отчитаться. То, что мы, наверное, зафейлили квест. Нет, это единственный торговец. Противоядие для квеста? А думаете, нам нужно просто противоядие зелья? Сейчас разберемся с противоядием, ребят. Подождите. Давайте сейчас разгребем шмот. Сейчас разгребаем шмот. Так, оружка. Наша оружка в идеале. Это длинный лук из тиса. Как только пройдет дебаф, он у нам вернется. Это топор, который у нас сейчас, понятное дело. Но на замену этому нужно оставить тисовый охотничий лук. Половецкий лук можно продавать. К тому же он мне не нравится по стрельбе. Доспехи. Во-первых, бацинет с наносником прикольный. 14-14-6 защита. Но я подобрал шапель, который 15-15-6. То есть у нас новая шапка. Мы наконец-то сменили шлем, с которым ходили открытый бацинет, с которым ходили с начала игры. Офигеть. На какую-то шапельку. Она ему идет офигенно. Окей, это наша. Мейсонские латные поножи. Почему они у меня не одеты? Они у меня... Не понимаю. А, потому что я их взял на продажу. У меня сейчас какие поножи? Вот неудобно, что не подсвечивается. Типа, какие у тебя сейчас? Ага. Ну, защита будет ниже, значит, это не факт. Так, шлемы предводителя половцев мы не носим, они выглядят смешно. И в них нифига не видно. Гамбизон. Гамбизон, изи апгрейд, вообще без проблем. Вес меньше, качество лучше, прочность лучше. Офигенно. Сапоги это на продажу пойдут. Шпоры на продажу. Нюрнбергский панцирь в теории лучше, чем моя бригантина. Вот это. Но его отремонтировать будет стоить там 3000. 3 косаря. И мы сможем только в городе это сделать. Если я сам смогу починить бригантину, возможно, мне лучше ее взять пока что. И к черту этот панцирь, найдем другой. Разница в 1 защита. Это такой мин-макс, который нафиг никому не нужен. Так что я думаю, мы одеваем эту бригантину и будем счастливы. Так, здесь у меня понож кольчужных не хватает, но они, кстати, не супер нужны. Так, это продать. Все. Разобрались. Теперь. Первым делом мы продаем все лишнее. Теперь. Торговля у нас будет трешачная. Ну, торговаться мы не сможем, потому что все дебафы. А, и мы можем по квесту сначала с кузнецом поговорить. Может, отношения улучшатся. Ты был прав насчет того черного Петра. Он дюжий и ловкий мужик. В любом случае. Он же ничего нам не расскажет, поскольку отстраивался. О, мой бог, мы же убили. Я не возлагал на это дело особых надежд, но он был единственным, кто мог пролить свет на происходящее. Мне жаль. Спасибо, что попытался. Оу. Ну мы, короче, мы квест провалили / завершили на расследование убийства сына кузнеца. Там надо было узнать, кто убил сына кузнеца, но вышла небольшая заминка, и главный подозреваемый внезапно умер в своей постели. Никто так и не понял, от чего. Может быть, кинжал, который торчал из его груди, какое-то отношение к его смерти имел, но, скорее всего, просто
плохое питание, недостаток витаминов, все дела. Вот, поэтому главный подозреваемый умер, и мы так и не выяснили, действительно ли он убил сына кузнеца или нет. Бывает, что тут сделаешь. О, технически мы квест завершили. Так. Что мы подарим этому кузнецу, в смысле продадим? Оружие. Половецкий лук продать, пернач продать, это продать. Это все лишнее сейчас. Тисовый охотничий лук я оставляю, пока у нас дебаф висит. Так, турнирные стрелы. Продать, кстати, какого черта они у меня включены. Офигеть. Эту стрелу продать. Тоже не нужна пока. Доспехи. Вот тут самое интересное. Это на продажу, на продажу, на продажу. Бесшумные туфли я оставляю. Золотые шпоры. Сколько у него есть денег? У торговца. 690. Окей, у него нет денег. Нам нужно пока ему не все продавать. Подождем. У него 690. Так, вот на это у него уже не хватит. Тапки он у меня уже не купит. Окей. Ладно, не будем за это заморачиваться. Сейчас я с ним поторгуюсь чуть-чуть. Я бы хотел, конечно. Сильно мы не сможем поторговаться из-за дебафов, ну, но... Да, фигово торгуемся. Теперь я починю вещи, и у него деньги появятся. Перед тем, как чинить вещи у него, у меня много наборов. Так, сначала набор кузнеца, боньк-топор, боньк-щит. Отлично. Набор портного. Потому что портное он нам не сможет починить. Я даже все могу починить. Офигеть. Набор сапожника нам не нужен. Наборы портного нужно будет еще купить. Бегуин починить. Шоссы починить. Батват починить. Это нам не нужно. Вот это надо чинить. Отлично. Все было починено набором портного. Наборы бронника. Это то, что нам не надето. Интересно, сколько оно потратит, блин. Ну, это чиним. 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 Так, это не мое, это не чиним. Ага, бригантину нам в любом случае только у него чинить. Мы сами бригантину починить не можем. Может быть. Латные поножи вроде не мои. А, ну, все остальное я сам починил. Мне, короче, у него только бригантина нужна. Ремонт бригантины и все. И даже наборов броника достаточно много осталось. Отлично. Да, кстати, посмотреть в лошади. Не, ничего не оставили. Я тут только стрелы. Плотва возит наши стрелы. Так, починились. Теперь кузнец. Ремонт. Да хранит тебя Бог. Почини мне бригантину, будь добр. 850 всего, так дешево. Слушай, наверное, из-за того, что мы с ним... Из-за того, что у нас с ним хорошие отношения. Обсудим из-за квеста. Да. Ну, типа, мы попытались найти убийцу его сына. Хорошо. Изи фулл бригантина билд. Прекрасно. И знаешь что? Я сложу на плотву этот лишний панцирь все-таки. Но один панцирь возить на лошади, это, ну, более-менее ролплей. Поэтому я панцирь положу на лошадь. Теперь я продам ему все лишнее, что у нас осталось. И как раз у него есть деньги. Да, у него есть 900 денег. И... Не-не-не, продать. Продать ему шпоры не срочно. Главное все тяжелое продать. Это шлем экиполовцев. Это уже 600. И что мы ему еще продадим сейчас? Снова верховой езды. Уголь. Кстати, какого черта я за собой уголь таскаю? Окей, тогда мы ему продадим
Сколько у него еще денег? У него еще 300. Ну вот, нормально, вот так. Одни шпоры останутся, но у нас появились хотя бы деньги. И нам нужен еще рецепт обсудим отката коэффициент навыков, да. Вы правы. Чтобы сбросить? О, все, деньги появились, 1500 денег есть, мы проапгрейдили доспех, проапгрейдили шлем, шлем вообще кайфовый, кстати, бригантина красивая, красненькая. И да, фулл прогресс билд, ничего не скажешь. Дай бог. И отсюда мы едем в Ровно, что ровно на север. Есть ли в Мархаедах рецепт, продается ли там, интересно, зелье щетины? По-моему, нифига там не продается. Окей, погнали строго на север, едем в Ровну. Это, кстати, блин, на опасной дороге, там, где разбойники водятся. Знаете что, не жадничаем. Боньк, спасительный шнапс, не экономить. Сохранится, все. Потому что делать все это заново я желания не имею. И стрелы вооружить. Все, плотва, поехали. Нам на север. Это у нас... Это у нас запад. Значит, мне... Запад слева, север там. Поехали. Отлично. Фу! Много прогресса. И очень-очень хороший бой с разбойниками. Я ничего не прокомментировал про бой с разбойниками и половцами. Но топор себя показывает. Топор супер быстрое оружие, поэтому... Ну, для своей силы он очень быстрое оружие. Поэтому он очень-очень хорошо подходит для того, чтобы... Он отлично подходит для того, чтобы тащить бои с несколькими противниками одновременно. Это вот мое такое ощущение от топора. Мне кажется, я могу выиграть турнир в Ротае, если бы мне дали все время топором драться. А противники могут любое оружие, какое им нравится, использовать. Мне бы, блин, топор был бы кайф. Так, мастерства на этот лук не хватает. Пока что тисовый охотничий лук. И на это не хватает, а? Какого черта? Нет, на это хватает. Рецепт сброса навыков мы ищем, потому что я сделал клик-клик-клик при прокачке навыков пьянства и взял навык настоящий славянин, не прочитав его нормально. И оказывается, из-за навыка настоящий славянин мы, блин, практически не можем пить алкоголь. С одной бутылки самогона Индра хотя бы вырубает. Что очень удобно, если самогон использовать для телепорта, что у нас взят навык на передвижение, но... Но не идеально для того, чтобы просто выпить венца с утреца. Очень неудобно. Окей, в той стороне самопеж будет. Здесь мы были. Это знакомый район. Вот если в ту сторону поехать, вот там на меня еще разбойники нападали. Но здесь мы точно были. Поэтому я проедусь по этой долине. Очень красивая местность. Такая долина. В той стороне шахты. Вон, по-моему, их даже увидеть немного можно. Два раз нам рейд от Тиджоя приходил, я там лазил по шахту. Отличный гейм. Чуваки пришли прямо на геймплей. 300 рейдеров пришли. И мы тупо следующие 20 минут ходили по шахтам. Там ничего нету. Говорят, там где-то бандиты в шахтах есть. И надо будет их найти, но не сейчас. Ну, правильно, Рукодоби правильно говорит. Альтернативно тому, чтобы сбрасывать навыки, мы можем прокачать навык на вино. И тогда мы сможем пить вино, как раньше. Потому что навык на вино будет нивелировать дебаф славянина. Это вариант, что быстрее качнем. Но в данный момент нам нужна собачья щетина. Много собачьей щетины, потому что дебаф алкоголика ужасен. Как бы алкоголиком быть смешно до того времени, как пока ты настоящим алкоголиком не становишься, не получаешь дебаф. Как и в реальной жизни, а? А шутки шутками до того момента, пока ты не теряешь семью, работу и друзей из-за алкоголя, да? Мы здесь были?
Здесь закрыто. Я же приехал туда, куда надо, нет? Да, ровно. Церковь. Новое задание? Что? Какое здесь может быть задание? Здесь же все заброшенное. Чего? Какое здесь задание? Здесь что ли? Варлок, какая тебе нравится музыка? Мужик. И почему не играешь в Enter the Gungeon на новую броню и оружие? Господин Ей, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Спасибо тебе громадное за донат 50. Спасибо большое за поддержку. Музыка мне нравится в основном рок. Русский рок. Я много слушал раньше. Еще я кантри немного в последнее время слушаю. А еще в последнее время начал слушать Мановар и AC/DC. Я в молодости их никогда не слушал, поэтому сейчас что-то подсел на Мановар. Мне прям так нравится. Кайф. Из рэпа мне Оксимирон нравится сейчас. Ну, единственное, что я не слушаю, это поп-музыку популярную. Ну, как-то не слушаю. Я ничего против нее не имею, но не слушаю. Ну, рок, да. Рок мне очень нравится. В Ганжин не играю, потому что наигрался. Мы, блин, все поиграли в Ганжине. Вообще все. И ждем следующей игры от этих разработчиков. Они там что-то делают. Это честь для меня, что такому рыцарю, как ты, что-то от меня нужно. Похоже, жизнь вокруг не бурлит. Так вы остались здесь жить в одиночестве. Именно так, сам по себе. Остальные либо были убиты половцами, либо сбежали в Ратае. Небось, каннибал. Печально это слышать. Что удерживает вас здесь, вдали от людей? Мой старший брат сбежал с бродячими музыкантами. И когда отец оказался на смертном одре, то заставил меня поклясться, что я не брошу этот дом. Видно, вы серьезно отнеслись к этой клятве. Да, но здесь снова становится опасно жить. Половцы. Будь это половцы, я взялся бы за топор, да и дело. Но неделю назад человек. Сюда добралась толпа какого-то отребья. Выпрашивали еду, и уж будь уверен, отказ принимать не желали. Будь они хоть немного голодней, клянусь, они взяли бы мой дом штурмом. Да, вокруг. И правда, бродят подобные шайки. Я видел разруху, что они оставили после себя. Дикари. Это было ужасно. Люди искали укрытие в костеле, но эти пёсьи дети ждали там. Они прекрасно знали, где крестьяне попытаются спрятаться. А где укрылись вы? Милостью Божьей я сумел увести свою семью в лес. Но я не вижу никого из ваших домашних. Надеюсь, те мерзавцы их не выследили? Нет, нет, для того, чтобы напасть на мой след, нужно быть куда внимательнее. Его голос странный. Я отправил жену в Ратае вместе с несколькими другими людьми. Что-то я этому чуваку не верю. Он 100% каннибал. Как думаете, Лектор. Крестьяне еще вернутся в свои дома? Насчет скалицы я не знаю, но здешние люди точно хотят вернуться. Единственное, им недостает духовной поддержки. Вы освященники. Именно, когда страна охвачена войной, знать сражается ради защиты своих владений. Но простым людям нужно, чтобы кто-то позаботился об их душах. Разумеется, но разве здешним приходом не управлял священник из Скалицеи? Так и есть, однако со дня нападения от него ни слуху, ни духу. По меньшей мере, его нет среди беженцев в Ратае. И правда, я его там не видел. F, священник. Но если тебе это интересно, юноша, можешь помочь нам найти священника. Найти священника? Он нам здесь очень нужен. Окей. Я всегда могу порасспрашивать на этот счет. Я совершенно не представляю, откуда начать. А, может быть, из я монастыря? Я могу с этим помочь. Пару лет назад в Скалицее был другой священник. Кажется, Симоном его звали. А мы разве не Симона Симон, сейчас ищем? Отец Симон. Помню его. Это ведь он пропал? Да. Не О. хочу сплетничать, но говорят, что он был влюблен в свою ключницу. А потом она, бедняжка, от чего-то умерла. Что?
Что ж, такой истории я еще не слышал. Ее слышали только те, кому любопытны подобные слухи. Итак, история завершилась следующим образом. Симон покинул свой приход и исчез. Об этом тебе уже известно. Долгое время от него не было новостей, до самой нынешней весны, когда он вдруг появился здесь снова. И что же он тут делал? В том-то и соль, говорят. Он стал отшельником. Ладно, и где мне его отыскать? Вот. Точно не скажу. Но ты мог бы сперва поговорить с родителями той девушки. У них свое хозяйство неподалеку и наверняка знают больше моего. Возможно, они даже беседовали с ним самим. Отправлюсь туда и выслушаю все, что они могут рассказать. Да пребудет с тобой Господь. Там был какой-то дом, мы еще не могли понять, что там за чуваки живут. И они были именные, мы не могли с ними поговорить. Меня во сне, хотелось бы, чтобы меня похоронили по-христиански. Не переживайте, я кого-нибудь приведу. Да пребудет с тобой Господь. Во. И слушайте, какой удачно мы нашли еще один, ну, квест. Я знаю, куда нам ехать. Они живут. А, плотва. О, внезапно. Короче, мы едем мимо скалицы, и они будут жить на холмике. Я даже карту чекать не буду, я вот 100% уверен, что это будут они. И они живут на холмике возле поворота в лес. По-моему, вот в той стороне, да. Здесь у нас скалится, и мы вот туда поедем, и они там. Прям вот чуйка у меня 100%. Опять я плотву загнал в реку, да, господи. Прости, плотва, я тебя все время неправильно вожу. Извини. Окей, я чекну карту, чтобы не выставить себя полным идиотом. Да, вот это оно. 100% оно. И то самое место. Плотва! Эй, плотва! Мы к ним заезжали, когда там ездили, клады искали. А я пробовал у них еще поспать. И не получилось. Место охоты на косуль! Стоять, плотва! У нас есть задание. Косули, не двигайтесь. Мне всего лишь нужно ваше мясо. Все будет нормально. Главное... Подождите, косули. Стойте. Ну что, погнали на косуль охотиться? Нам нужно 100 мяса. Мастер-лучник залогинился. Да что такое? А, здесь мы тоже были, какая-то типа вырубка или что-то. Надо будет сохраниться? Ща. Надо сначала косуль поймать. Косули! На трезвую голову фигово стрелять из лука. Плотва, лови их. Куда они делись, блин? Прямое попадание. 52 мяса в одной косуле. Круто. Короче, нам две косули и все. Но еще можно вот так на косуль охотиться. Они стоят, подходишь. Топором их, топором. Окей, это мы кладем все на лошадку. Так. Так, окей. Все, плотва заряжена косулями.
Изи косуля. И, кстати, ну, уровень силы. Починка прокачалась. Сивильский стежок, благоухание. А тут здесь без разницы, что прокачивать, оно ничего нам не нужно. Ну. Живучесть прокачалась, что? Ревенант. Во время сна здоровье восстанавливается быстрее, фигня. Кровавая горячка. После победы над первым врагом сила ваших атак вырастет. Прикольно. Падальщик. Вы сможете утолить голод чем угодно. Можно жрать людей. Здоровое питание. Если вы не переедаете, не голодаете несколько дней, у вас усилится живучесть и ловкость на плюс один. Фигня. Короче, кровавую горячку для боя берем. Увеличивает урон временно после килла. Ну, в общем, олени, миссия с оленями выполнена. А только довести мясо, пока оно не испортилось. Вот что надо сделать. Тут тухленького мясца как принесем. Вот, наверное, больные будут счастливы. Тухлятинка. И дом где-то вот там будет. Вон он. У нас есть телепорт. А куда нас портанет? По-моему, у нас в Тальмберг портанет. Нет, в прошлый раз мы вообще проснулись. Знаете где? Мы проснулись в Ротае. Крестьянка, здрасте. Приветствую. Что пожелаешь? 100 грамм водки, огурчик и отца Симона. Я ищу священника, отца Симона, и слышал, что вы о нем можете что-то знать. Симона, и зачем он тебе понадобился? Я хочу вас есть. Я ищу священника, что раньше возглавлял приход святого Якова, и местные рассказали, что видели его где-то в окрестностях. Не знаю, смогу ли я тебе помочь. Как по мне, он никогда не вернется в свой приход. Ладно, и что ты хочешь узнать? Где он? Где можно найти его, говорят. Он бродит по округе. И я об этом слышала. И склонна в это верить, пусть и не видела его сама. Как так? После того, как почила наша бедняжка Мария, на часть из уплаченных им грошей мы поставили крест у дороги. А недавно возле него стали появляться венки из окопника. Я не ношу их туда, да и муж мой тоже. Думаете, Симон их приносит? Кто знает. Может, это чудо, я бы во что угодно поверила. Но свежих венков какое-то время не было. Он, должно быть, снова куда-то ушел. Понятно. Где крест? Можете сказать, где находится тот крест? Конечно. При шахтах к западу от скалицы есть отстойники. В лесу на холме над ними есть несколько тропинок. Крест Марии возле одной из них, ближе к мосту. Хорошо, спасибо. О, мой бог, так. Я знаю, где шахты. Я пойду. Ладно. И я дам ему... Да прибудет с тобой Господь. Шахты это обратно. Нам карту отметили? Нам карту отметили. Отлично, окей. Нам нужно на другую сторону скалиться. Ну, плотва, погнали. Ну, слышите, прикольно. Прикольный квест так-то. Территорию поизучать. Вот там, где этот крест, там я не был еще. Потому что по той стороне скалиться мы особо не шарились. Мы тогда задрались с бандитами, и у нас другие проблемы немножко были. Поэтому я могу... Да, я могу как раз сейчас посмотреть, что с той стороны в лесу находится. Оп, плотва. Так, где-то там должно быть. А мы можем чекнуть скалицу на предмет наличия разбойников. В прошлый раз там была толпа имбищ неубиваемых, которые дрались со стражниками. Похоже, ситуация не изменилась.
Похоже, тут снова война за скалицу. По-моему, они просто кого-то пристукнули только что. Что у меня с силой? По идее, я могу взять хороший лук без дебафов. Даже под дебафами алкоголика. Нет? Почему? Сила 15. А у меня сила 12 техническая. Офигеть. Что-то они не выглядят злы. А, не-не-не, это половцы в этот раз. Сохранись. Да блин, мы недавно сохранялись. Не хочу тратить зелье сохранения просто на рандомных половцев. У них два осталось. Что мы можем сделать? Фигануть зелье Лазаря? Но это лучше для турнира оставить. Влияй в отжиг. Я вижу трех половцев. Три половца это no problem. В теории. Если их там три. Даже 100% половцы. Это не охранники какие-нибудь. Ну, они говорят не по-русски. Окей, давайте стрелять просто. А, и ТП джимала, как ты вот одизнулась. Эстел Бастар. Что? Эйпик Саба. Что? Это было. А-а-а. Окей, я передумал. Три половца это большие проблемы, потому что анимации. Я передумал, ребят. Идите в баню. Окей, по-моему, я сделал уже минус два. Ой. Ну, меня тоже покоцали. Слева еще один. Нет? Ух, сильный. Миван, ксакнем файт. Это какой-то лидер половцев, или красный доспех у него блатной. Миван. А, он меня... Иджен. Бьет в рукопашку. Он меня в клинч побеждает. Ха. Итваджик. Да? Я не могу с ним в клинче драться. Эс Мэглэс. Я могу его бить в подмышку. Он уязвим к подмышке. Жесть. Я надо сохраняться. Ай, Джолван, Алджле, Филадам, Вилагас. Ах ты собака. Стоять, Маруська. Где лук? Инджих, куда ты дел лук? Доставай лук, блин. Не уйдешь, собака. Это было стрёмно. Это была ошибка явная. Мне не нужно было этого делать. Что это, блин, за жесть половец был? Половецкая бригантина.
Половецкий лук. Обычный половец. Просто он был имбища. Супер прокачанный половец, скажем так. С него даже лута нечего взять. У него все дешманское. Чудеса? Ну, мы победили, я имею в виду. Там действительно было три половца. Ну, немножко страшно. Окей, возле этих кустов он сдался. Где-то здесь оружие его лежит. Да. Мы его не найдем? Я думаю. Да, я думаю, что мы его фиг найдем. Оп. Тяжелый боевой молот. Ага, вот оно что, Михалыч. Потому что булава. Причем какая-то серьезная булава. Вот чем он нас выносил. Ну, понятно. Молоты, как обычно, имбища. Плотва? Не сбежали половцы? Молодец, плотва. Хорошо охраняешь половцев. Ну, здесь, как всегда, куча трэша у них. Который может даже не заморачиваться их оббирать. Луки. Ничего нормального на продажу. Но они при мне тут кого-то завалили. Во. Купец. Половцы, короче, заманили сюда и прибили купца. Посреди этого бардака. Купец, как ты здесь оказался? Ты что, дурак, что ли? С капустой. И отринь страхом. Ну, отринь страх можно продать. Он будет краденый. У купца куча всего, но оно будет считаться краденым. Но с другой стороны... Украшенный дублет. Лучше моего, что ли? Черный шаперон. Крендель у него забрать. Подожди, еще один апгрейд на гамбизон. Да. Прочность 55, защита 11. Прочность 60, защита 12. Окей, еще один апгрейд на дублет. Тут еще и украшенный, красивый. Офигеть. Ну, я не буду жаловаться. Так. Только дублет фиг починишь, да? А, нет, починился. Отлично. Наборов портных надо закупить еще 5000 вещей. 5000 штук. Будем ли мы молот пробовать? Не, я уже буду играть с топором. Топор мне нравится, он... Я понимаю, почему топор имба. Потому что здесь у броник самая плохая защита именно от... Именно от ударного оружия. То есть... Будет низкая защита от... От удара. Если мы откроем статы мои. От ударного самая низкая защита из всех. На всех доспехах. И на всех доспехах так. Поэтому да, молоты типа имба, но мне нравится топор. Он быстрый, я попробовал молот и что-то не впечатлился. Он прикольно, но медленно. Но так. Маруська, стой. Окей, нам нужно по реке ехать. Этот городок. С него будет идти река.
сторону туда. Еще, по-моему, здесь бандиты живут. И, блин, я надеюсь, что они не наспавнились мне тут. Окей, мы идем пешком, чтобы я не заблудился. Какой быстрый конь. Это же плотва. Она так хороша. Та самая плотва. Я, кстати, не прикалываюсь. Это реально та самая плотва. Прикольно, лягушки. Еще бы до утра поспать. Но нам сейчас не до этого. Вот река. Отлично. Это река, которую мы ищем. Река выведет к кресту. Здесь я точно не был. Какие топоры, и Джек хочет жить вечно. Он хочет жить вечно в Вальгале. Так, где-то по этой реке будет крест. Отличное место для засады. Скалицкие леса. Еще и ночь на дворе. Так. Насколько далеко надо залезать в эти леса скалицкие, чтобы этот крест найти? Фиг его знает. Она говорила что-то про какие-то ориентиры, но я, конечно же, нифига не помню. Хоть черта они крест поставили. Фиг знает где. О, могила. Это она? Нет, это просто могила. У меня есть лопата. Сейчас мы выкопаем эту дочку. Придет разъяренный монах и будет нас убивать. Отличный план, Индра. Нифига себе! Джекпотище? Во-первых, бритва. Короткий меч с уроном в 64. Сколько? Я такого урона вообще на оружие пока не видел. Стоит 1200. В два раза больше урона, чем у топора у нашего. Геркулес, предпочтение в пище. Книжка на силу на 15 уровень. То, что нам нужно. Гроши. Итальянский бацинет. 21 защиты. Надо одеть, попробовать. И главное, черт возьми, рецепт собачьей щетины. Просто как с куста. Именно тот рецепт, который нам нужен. Ну, жесть, что скажешь. Правда, у меня теперь перегруз, но... Я выкину этот молот. Так. Ого, посмотрите на этот бацинет. Окей, он закрывает. В нем ничего не видно, к сожалению. Играть мы с этим бацинетом не будем, но в террории он прикольный. И красивый, но играть я с ним не буду. Короче, жесть. Хорошую могилу раскопали-то. А мне нужно еще что-нибудь выкинуть. Одну секунду. Бацинет на продажу пойдет. Тринь страх? Что мы лишнего залутали с них? Здесь все нужное. А рецепт надо, кстати, прочитать. Боньк. Рецепт готов. Теперь надо его узнать. Две шкуры кабана тупые.
по квесту на шкуры кабана. Шкуры кабана я кладу на плотву. У нас, кстати, есть еще одна карта. Бритва тоже на продажу пойдет. Все, нормально. 181 нагрузка. О, мой бог, ничего не видно. Жесть. Ну, сейчас будем искать крест ночью с факелом, что намного удобнее. О, знаете что? О, нам дальше. Отлично, теперь видно по наличию могилы. Дальше ли нам идти? Крест. Крест есть. Венок есть. Должно быть, это нужный крест. Мать Марии была права. Кто-то недавно оставил здесь цветы. Поищи в округе. Симон мог спрятаться где-то поблизости. Следы? Индже, давай включай следопыта. Да, шкуры у нас были на задание, но их надо три. Все никак третий кабан не найдется. Если бы я был Симоном, где бы я спрятался? Нужно осмотреться. Где-то в окрестностях может расти окопник. Чего? А, подождите. Типа венок из окопника? Ну, ночью это идеальное задание для ночного поиска. Ведьмачье чутье с плотвой, к сожалению, не передалось, поэтому будем полагаться на свет факела. Опа, это окопник? Не похоже на окопник, ну ладно. Ты окопник? Ты окопник? Ты окопник? И ты не окопник. Окей, допустим, нам в другую сторону. Окопник? Окопник. Найден в той стороне не был. Заяц! Заяц, осторожно, здесь растет окопник. Сумасшедший мужик ходит, венки делает, из тебя сделает. Так с обрыва упасть недолго. Мы, кстати, зелье не выпили после боя с половцами. Это та могила, которую я раскопал. Надо, наверное, выпить зелье. Ну его в баню. Это копник. Это, конечно, я. Косуля, сегодня твой счастливый день. Выведи меня к окопнику. Косуля, быстрее! Еще быстрее, косуля! Быстрее! Место охоты на кабанов, кстати. Шкура. Кабанья. Вон и кабан. А, ну да, только ничего не видно. Ну, я имею в виду, зрение переоценено. Я реально попал. Почему я днем не могу попасть, а в полной темноте могу? Я не знаю, чуваки. Но у нас есть три шкуры кабана на квест в Тальмберге. 141 мяса нам не нужно. Хотя подождите. Стоп. Вот тут уже 80. Значит, мне лучше выкинуть мясо косули сейчас. И взять мясо кабана. Нам нужно 100 для этого. Потому что мясо косули чуть подпортилось. Мясо кабана-то пойдет? Пойдет. Окей. Значит, так. Вообще, сумку-холодильник надо было взять. Йоу, уровень.
Отлично, общий уровень. Так, что у нас есть хорошее? Человек без чести, то, что нам нужно. Ученый, уровень чтения вырастает, фигня, клеймо преступника. Нам не нужно, мы в тюрьме не сидим. Фигня, фигня. Короче, человек без чести самое то, что нужно. Ускоряет получение репутации, как бы. И штраф, да. Человек без чести — это кайфовая штука. Ускоряет получение репутации, меньше штрафов за тюрьму. Если плохая репутация, мы получаем статы. Так что нет минусов у человека без чести. Все в реальной жизни. Фикс звука и вебки. Что? Звук быстрее изображения? А перезагрузите страницу, ребят. Это не у меня. Это бывает на Твиче иногда. Просто F5. Говори слова. Говорю слова. Вижу косулю, бегу с топором. Стой, косуля. Стой. Я догоню тебя. Чертов окопник. Ночь на дворе. Какой окопник? Заяц. Заяц, беги, тут псих с топором. Окей. Карта. Где-то в округе Симон спрятался, где-то поблизости. Ну и козел этот Симон. Я бы очень хотел бы, чтобы он не прятался где-то поблизости, а просто вышел и сказал: эй, это я, меня зовут Симон, привет. По-моему, я потерялась. Я прыгала на батуте и потерялась. Гадя Петрович Хренова. Ты слишком далеко, судя по кабанам. Вы абсолютно правы. Нам нужно на юг. Сейчас я определю по солнцу направление. Ой. Развилка. Мы можем сориентироваться по этой развилке. Нет, не можем, здесь дороги не прорисованы на карте. Ах. Направо? А, потерялся явно ночью. Я отвлекся на этих кабанов, блин, и потерялся. Налево. Спасибо, чат. Назад. Вы лучшее. О, стоп. Я знаю, я вышел куда-то. Так. Мы вернулись к городишку. Что бы я хотел сделать, то, блин, улечься и поспать. Ну, игра мне не разрешает здесь спать. Мы уже когда-то пробовали в этом бомжатнике поспать. Нам не разрешает. Хотя вроде палатки есть и все есть, но типа заброшенное место. Чтоб не лечь, не поспать? Непонятно. Да? Тут реально можно ориентироваться по звездам? Окей, чат. Давайте, ведите меня. Где здесь полярная звезда? О! Я нашел, где поспать. Все, мы спасены. О, мой бог. Так, мы спим до 4 утра. Потом мы 2 часа будем читать новую книжку. Пожалуйста, Инджик, не телепортируйся. Он не телепортировался. Он так хорош. Лучший Инджик.
Так, а теперь... Если я сяду где-нибудь... Тут не сесть, но книжку все равно можно 2 часа почитать. Я могу изучать? Нет. Я могу изучать вот эту. Нужен высокий уровень навыка? Да ладно, у меня что, нет 15 силы? У меня есть 15 сила! Алло, игра! Она считает дебафы, когда считает нужный уровень. О, дебафы... Ладно. Пофиг. Может, 15 не сила уровня? А, по-моему, оно на каждый навык вот эти книжки считает именно тот навык. Может, и уровня? Но у меня и уровень должен быть. А, 14. Слушай, а может, оно и уровень считает? Не знаю. Ну, узнаем скоро. Так, мы вернулись. Я свободен. Словно Йоханка в монастыре. Так, возвращаемся обратно к кресту. Написано 0 из 100 мяса. Мясо на лошади. Это я просто колбаску съел. Мясо на лошади его не считает пока. Но все нормально. Так, высматривайте окопник. Крест. Венок. Мог у нас сюда снизу приходить? Радиус нарисован прям вот такой вот вокруг. То есть, может, он даже на той стороне где-нибудь живет. Вот дождик пошел. Что мне подсказывает, что вряд ли он прется с этой стороны, но мало ли. Кто их знает, этих старых отшельников, да? Может быть, выше по реке, не знаю. Косуля, осторожно, здесь сумасшедший отшельник ходит. Бегите, косуля. Что-то, наверное, далеко я заперся. Вернусь обратно. Придется использовать тактику движения по кругу. Специально ли ты гнаешь полоску сверху? Какую полоску? Я увидели полоску сверху, чат. Когда ты в зоне, показывает, что ты в зоне. Что? Какая полоска сверху?
Сверху компас. Зайди в зону. А зона была там на острове? Вижу. Хитро. Окей, все, понял. Так, значит, зона не возле креста, а где-то здесь. Ага. Ну хорошо, это намного удобнее, да? Эй, видел. Они бы еще, блин, маленьким мелким шрифтом бы написали. С обратной стороны кассеты. Здесь мы в зоне, окей. Смотрим окопник. Оп, исчезла. Окопник? Ага, вывороченный корень. Типа я был... Отшельником я бы мог спрятаться вот здесь. Вполне возможно, он иногда здесь сидит. Большие кусты. Тоже хорошее укрытие для отшельника. Но никакого окопника. Что подозрительно. Окей, я вышел из зоны. Может, он прямо здесь вот на острове живет где-нибудь? Оп, нет. Тут зона не вокруг креста мне показывается, а вот где-то тут. Ага! Это мухомор. Не то. Вне зоны доступа мы неопознаны, мы неопознаны. Вне зоны доступа. Где отшельники? Где отшельники? Возможно, он друид и маскируется под газель. Проверим. Нет. Просто газель. Простите, газель. Можно обновить мясо. Обновляем мясо регулярно. Чуваки, ну я вроде в зоне, а отшельника-то и нет. А, капитан. Здесь уже зоны нет. Вот эти камни, они не в зоне. Вот крест. Ёпперсетэ, что ж мне найти-то надо? Мне отшельника, интересно, надо найти или что-то другое? Подождите. Осмотреть местность вокруг креста, возможно, будет полезным проверить места, где растет окопник. Хорошо. Что такое окопник? Как он выглядит? Где он растет? Зачем он растет? Заяц, отвечай, потому что мяса нам нужно еще много. Окопник. Окопник? Не окопник. У меня есть окопник. А
копник. Он фиолетовый цветочек. Фиолетовые цветочки. Чат, смотрите, фиолетовые цветочки. Вот, фиолетовый цветочек. Чаще растет у воды, в нем написано. Окей. Так, думаете, он тут здесь спрятался? У воды. Ага. Окопник найден. User 27, спасибо. Опоссум, привет. И мы ищем окопник. Ну, окопники мы нашли. Теперь мы ищем не окопник, а отшельника. Но отшельник должен быть с окопником. То есть отшельник, он же есть окопник. Ну, короче, они неразделимы, как Бэтмен и Робин. Так, подожди, я здесь только что был, эту коксулю я подстрелил. Где отшельник тогда? Здесь? Ты свою порцию собрал. Я, да, так что замок. Когда мы избивать... Окопник? Эй, ты, чего ты здесь забыл? Я здесь ради священника, Симона. Здесь такого нет. Врешь. Есть, за дурака меня держите. Ну, может, и есть тут кто-то. И чего, мы никуда не уйдем. Чего? Что? Думаю, лучше вам не болтать, а бежать пока. Из чего бы, думаешь, одолеешь нас? Может, я одолел бы, но это не важно. Я увидел вас вчера и доложил в камере. А так господин что, Ей. Если не собираетесь дожидаться... Господин Ей, спасибо тебе большое за донат. Спасибо большое за донат 50. Холера, ладно, мы уходим. Насколько они далеко? Пока еще достаточно далеко, если будете бежать, наверняка успеете уйти от погони. Ясно, ясно, спасибо за предупреждение. Спасли отца Симона. А, ну конечно, его надо было спасать, блин. Спасибо большое, господин Ей. А аниме я давно не смотрел, но вообще моя любимая Триган Хелсинг. Триган, наверное, самый любимый. Я смотрел раньше старенькие. Ну, как видишь, по списку моих любимых старенькие. Но из нового я ничего не смотрел уже очень-очень давно. Отец Симон, привет. О, спасибо тебе, сын мой. Я уж было начал бояться, что мне не выбраться отсюда живым. Они не выглядели опасно. Единственное, чем вы рисковали, это ваши пожитки. Знаю, несчастные глупцы, но я боялся, что они меня здесь оставят. Что бы я тогда делал? И кому же я обязан своим спасением? О, новый уровень красноречия. Быть может, вы меня помните, я сын кузнеца из Скалицей. Твое лицо воистину кажется знакомым. Но послушай, Индержи... Апостол, ты видишь, какая новая шляпа офигенная. Это правда. Идет. Я пришел попросить вас об услуге. Меня? Что ради всего святого я могу для тебя сделать? Мне нужно, чтобы вы вернулись в приход святого Якова. Тамошним людям нужно духовное наставничество. От скалицы и остались лишь дымящиеся развалины. И многие при святом Иакове также погибли. Им нужен священник. Любой священник. Понимаю. Но мне придется обмануть твои надежды. Я оставил свое призвание и взамен посвятил себя Епитимье. Вы нужны людям. Люди нуждаются в вас. Прошу, поймите это. Я понимаю, но им нужен священник лучше меня.
Вы понимаете, что происходит в мире вокруг вас? Идет война, отец. Война. Люди гибнут. В приходе святого Иакова... Хорошая шляпа, но не скуфья, а скуфья масхэв? Нет, скуфья. Я не слеп. И знаю, что произошло. There is no скуфья here. И все же вы хотите, чтобы я вернулся к ним и сказал, что единственный человек на многие мили вокруг, способный быть их священником, отвернулся от них. Ты возлагаешь на меня великую ношу, Индержих. Ношу. Знаю, но вы нужны этим людям. Пожалуй, ты прав. Это мой долг, по меньшей мере, на время. Какой диалог. Пока они не найдут кого-то получше. Стань священником. Не хочу становить... Не хочу становиться... Священником. Ну, стань священником. Ну, чё ты? Ну, ладно, стану священником. Как скажете. Когда все наладится, в приходе святого Иакова появится новый священник, а вы сможете уйти, если захотите. Хорошо, я возьму с собой пожитки и вернусь в приход святого Иакова. Спасибо, ваши прихожане будут очень благодарны. Но, вообще-то, мы сюда... Вообще-то, мне пофиг, кого он сказал. Он идет, нам надо там вылечить чувака. Мне нужна помощь с лечением. Мэм, а что с тобой такое? Я здоров, а вот Филипп из Скалицеи умирает. Он сейчас в Сазаре. И ему долго не протянуть. А теперь все по порядку. Что с ним случилось? Никто не знает. Он не ранен. Но я слышал, что он много дней прятался от половцев в куче мертвецов. Это очень серьезно. Ему нужно промыть внутренности, но даже после этого все будет в руках Господа. Как мне промыть ему внутренности? Возможно, ты удивишься, стиральный порошок, но тебе тай. Понадобится спирт. Самый чистый, нужно будет смешать его с отваром полыни. Он от этого слегка опьянеет, но это лишь усилит эффект. Я научу тебя готовить зелье. Только не это. Мне что, крафтить придется? Напои Филиппа отваром полыни Артемзии. Можно? У меня есть настойка Артемзии. Окей, она у меня есть. Все. Мне не надо ничего будет крафтить. Фух. Ура! Никаких зелий. Ура! Миссия выполнена. Воу! Сохранись, там есть лежанка. Вы правы. Что от меня нужно делать, юзер 27? Я имею в виду, я был не в курсе, но если ты говоришь, то, наверное, нужно. Я имею в виду, мне вроде не надо, но... Время пришло. Ура, зелья. Подождите, сохранить. Я сейчас сохранюсь, меня отсюда телепортанет нафиг. Ладно, давайте сохраняться. Так, час, сейчас портанет. Дебаф навесится на 2 часа. Я хочу этот квест сдать перед тем, как заканчивать. О, нас просто сохранило. Ребят, мы сейчас, короче, галопом на... Блин, я бы хотел этот лес исследовать. Но у меня мясо портится. Плотва. Короче, даем жару. Погнали. Окей, только не убейся, ладно? Пьяный телепорт не поможет, он нас в ротае приведет, по-моему. Можно порченое дать? Ну уж нет, я не собираюсь травить. Ребят, у нас мясо портится. Уж если Индржих спасает, то он спасает по-настоящему. Индржих нередко принимает, пытается помочь ближним просто так. Но если уж он делает... К тому же здесь даже смысл не в том, чтобы выполнить квест. У нас более весомые в данный момент
аргумент. Месть! Шевелись, плотва. Потому что нам нужно... Мы же будем мстить этому пану, который нас подставил, в тюрьму посадил. И помощь больным — это в каком-то смысле месть ему, правильно? Поэтому мы должны все сделать красиво. О, плотва, аккуратно. Окей, так, это скалится. В той стороне нам. Это помощь ему? О, помощь ему уже запланирована. После того, как мы закончим с ранеными, у нас уже есть план. Этот план очень понравится ему. О, нет, только не разбойники, камон. Что это за... Куда я приехал? Так, ехал сюда. Я здесь? Это не разбойники, окей. Спасибо. Кто это такие? Мужик с ружьем. Там кто-нибудь есть? Не видал такого? Свинья сама явилась на скотобойню. Ой. Эх. Это не разбойники, сказал он. Ай. Я щит не вооружен, а? Это не разбойники, они выглядят как разбойники. Их зовут разбойники, но это не разбойники. Черт. Дерьмо. Но это не разбойники. Ты что здесь делаешь? Жить надоело. Камон, разбойники, у меня перегруз. Ну давай. О мой бог, они заспавнили. Мы все умрем. Окей. Перегруз. Перегруз не устраивает. Шлем скинули. Что-то лишнее есть? Вот это лишнее еще. Подходи поближе, ублюдок. Иди. Пожалуйста, убери. Промахнулся. И это, по-твоему, поедет? Прям в морду? Что тут у нас? Забава? Отлично. В чем дело? Продолжай. Инжах не идет. Кольк? Ха-ха-ха. И это все, на что ты способен. Ну давай. Да. Черт тебя побери. Хватит, слышишь? Хватит. Я тобой подотрусь. Это все, что ты. Сюда. Ой. Иди. По-моему, в нам еще лучник стреляет, а? О, мне это понравится.
У нас дебаф кошмаров висит, кстати, да. Окей. Повязки. Твар календулы. Бычья кровь. Настойка артемзии. Да, я там пацан это ставил, мне его теперь забирать. Тут дорогой бацинет я там выбросил. Это не разбойники, блин. Это опоссум. Все. Из-под камня. Черт, господи. Минус один. Этот умер от кровотечения, видимо. Ответ на мои молитвы. Эх. Ну-ну. Еще кто-нибудь? Кстати, Индра же опьянел от зелий. Он бухой, чуваки. Он бухой. Его теперь зелья штырят. Йоу, у него был топор? Ну-ка. Артемзия на спирту, да-да-да-да-да. Так. Вещей у этого чувака на лут нету. Бацинет сейчас заберем. Сейчас я залутаю этих чуваков. Тяжелый боевой топор. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тяжелый щит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подождите, мы тут сейчас еще и проапгрейдимся. Стрим задерживается, да пофиг. Апгрейды важнее всего. Важнее жизни. Повязку, да, вы, пожалуйста. С точки зрения лута на деньги эти разбойники бесполезные вообще. Но... Так, мастера ловчего, что тут... Я им все уничтожил, так я их топором фигачил, что вы хотите. Чего мне надо было их жалеть, типа... Не ломай разбойников, тебе с них потом лут продавать. Фигом, этим разбойникам. Никакой пощады. Окей, мы перегружены, но я сейчас посмотрю на эти топоры. У меня куча топоров. Так, ага, это такой же, как у нас уже есть. А вот тяжелый боевой топор. А это апгрейд, ребят. 36 урон. 38 урон. Изи апгрейд на топор. Боньк. Ну-ка, ну-ка. О. Слушайте, по-моему, он еще больше. Ну-ка. Он еще больше, еще длиннее. Офигеть. Фу.
Кайф. Окей, мы не зря сюда зашли. Хорошо, что ты меня заманил, опоссум. Я бы передумал, я доволен. Апгрейд на топор, это офигенно. Это так хорошо. Так. Сейчас мы починимся. Наборы портных просто улетают в никуда. Все, нет наборов портных. Мы задолбаемся, конечно, чинить. А, тяжелый щит я еще не посмотрел. Стоп. Половецкий металлический щит. Тяжелый щит, прочность 73, защита 133. Ага, то есть то же самое, что мой половецкий щит. Обаяние 17. Это, короче, просто другой скин на наш щит. Не нужен. А этот... Тесак мастера ловчего. Фигня. Окей, так. Куда же я выбросил? Где я с ними начал драться? Это, походу, было какое-то поселение, но, видимо, его бандиты захватили. Дальше, да? В какой-то канаве я стоял, они меня так окружали. С другой стороны, по-моему, да? А, о, смотрите, я тут одного еще убил. Этот вообще в доспехе был. У этого боевой молот был. О, наборы бронников, кузнеца. А, этот в панцире был. Ну, обычный панцирь, ничего особенного. Да, у них на продажу особо ничего нет. Ага, вот мой шлем. Итальянский бацинет. Его тринь страх я выкинул здесь. И вот еще одного здесь убил. Так-то нехило. О, колечко. Повязку забери. Повязку? Какую повязку? Дуэлянт? В прошлом разбойнике повязку, окей. А, точно. Хороший меч дуэлян, да? Прикольно. Длинный меч. У меня тут бритва есть кайфовая. Короткий меч. Ну, вот, в общем, если я когда-нибудь короткий меч буду использовать, то бритву. Ну, старенький топор наш, что ли, выбросить? Этот вроде как получше. Я надеюсь, что не пожалею. Не, положу его пока на кобылку. Как запасной. Бритва как раз для тебя. Ты любишь колющие? Я люблю топор. Теперь. А, кто-то проспал всю вечеринку. Чувак. А бухать меньше надо. Зато броня целая. Бацинет с наносником. У него был. Мы такой вроде уже брали и решили не одевать, потому что у меня вроде получше. Еще один. О, шпоры, кайф. И... Вроде тут ничего не надо больше. Мужик сундук охранял. Окей, у них есть сундук. Сундук тупо пустой. Они после боя спать ложатся, чтобы хп отрегенить. Не лучшая была идея. Да, повязки у меня вроде бы есть.
Ну, может, не так уж много. Ну, есть он там 7 повязок. Ты думаешь, надо брать прямо все? Они какие-то, может, какие-то сломанные. У них типа город разбойников в итоге тут получился, но... Но. Во-первых, пожру их еду. Во-вторых, они уверены, что здесь что-то еще есть. Вроде в дома не зайти. Может, тут что-нибудь... Да, типа должен быть склад, но ничего не открывается. Ох, повеселились, капец. Просто квест пройти хотел. Просто хотел доехать до цивилизации. Фу, ну, я имею в виду. Опыт не пахнет, а? Джебейт? Ну, джебейтят, ну и что? Победители не джебейтят. Сгнило ли мясо, пока дрались? Это хороший вопрос. Нет, 71%. Итак, я сейчас нахожусь здесь. Мне нужно строго на юг. Строго на юг отсюда. Я сейчас стою, мне строго на юг. Где солнце? Солнце... Это запад. Запад справа, юг прямо. Окей. Плотва. Ох ты, блин, из кустов выскочила. Плотва. Шевелись, плотва. Час оно на юге. Сейчас время 2. По идее, это запад. То есть, по идее, юг там. Вроде бы. Я могу тупить. Окей, прости, плотва. А, чуток левее солнца будет юг. Окей. А, да, кстати, мы не на юг в итоге поехали. Окей, был неправ. Значит, нам туда. Да, мисплей. Мисплей юга. Один на циферблате будет юг. Okay. Ну, короче, туда. Перепрыгнули. Оп! Ух, плотва хороша. Изи перепрыгивание речи. Стоп, если я проезжаю ровно... Проще всего через мурхаеды поехать. Лайфхак из армии в разведке такому учат. Блин, я в армию-то не ходил. Вот, блин, хорошие лайфхаки. Полезные, даже в играх помогают. Интересно, а сейчас я туда еду или нет? Вроде как должен. Я все хочу поисследовать. Вот почему я не люблю вот так быстро ехать куда-нибудь на лошади. Потому что, ну, теряю, блин, исследование. Сколько тут можно было всего найти? Хотя бы, наверное, по этой дороге уже ездили.
Василий заблудился? Я здесь, да? Теперь время уже 15 вечера. Вот теперь это восток. Запад. То есть юг там. Что? Окей, я потерялась, официально заявляю. Плотва слишком быстрая. Домик, мостик. Переезжаем через мостик, едем туда. Я что-то слышу впереди. О, нет. Мы никогда не доедем. Блин. О, мой бог, спасите меня. Окей. ХП 55. Еда. Серия Лазаря, погнали. Последний спасительный шнапс. Черт с ним, пьем. Все. Не дают спокойно. О, мой бог. Смотрите на эту жесть. Кто из них бандиты? Окей, сейчас мы узнаем. Так. Ты бандит? Ну все, ты труп. Ты бандит, окей. Бандиты те, кто автоматом на тебя агрятся, чтобы не происходило вокруг. Кто из них враги? Все? Я? Ты? Слева. Ты уже медведь. Вспышка справа. Бандиты, отстаньте, пожалуйста. О, мой бог. Херджет. Херджет, по-моему, это две стаи бандитов. Две стаи? Две движухи бандитские. Да. Похоже на то. Ай. О нет, ты так просто меня не победишь, чувак. Ого. Окей. Говорит не по-русски. Вообще не по-русски. О, он летает! Дело, продолжай. Иди сюда, трусишка. Физика versus разбойник. Я, по-моему, с тобой один на один остались, чувак. Блин, нифига мы не один на один. Я раздавлю тебя, как лучше. Ай! Черт! Что мне этот топор не нравится, чуваки? Ой! Может, я ошибаюсь? Медленный топор? Мне тоже кажется, что медленный. Реально. Ответ на мои молитвы. Как раз когда я хотел на ком-то сорвать свою кость. Давайте как-то по одному, что ли. Ха. Ха. Игры закончились. О, нет, обходят. Иди сюда, трусишка. Камера! Камера!
Хватит делать это! Иисусе! Сам такой. Ты свое получишь. Черт. Вон подводная лодка. Осторожно. Давай, нападай, сейчас получишь. Подводное сражение. Иди сюда. Сюда. Ай. Боже. Ха-ха-ха, я что ты способен. Эй-ха! Я, по-моему, капец. Да, мы убили одного. Он, правда, утонул, как я с него лут возьму? Ай! Затолкать его под воду. Окей, у нас кровотечение. Ой. Теперь ты попался. О нет, последний рывок активирован. Надо срочно это кровотечение убирать. Чувак, пожалуйста. Весь я отродье. И это, по-твоему, Опять кровотечение. Я тебя на куски порублю. Я тебя на куски порублю. Рустам! Спасибо тебе большое. Промахнулся.
Спасибо большое, Рустам. Ты уже труп. Не надо некромант. Ай. Я вот так много раз ударил. Черт. Нет, нет. Топор трэш. Топор, топор это полная дрянь. Новый топор. Я выкинул старый. Спасибо огромное, Рустам, тебе за подарочную подписку. Благодарю. Вау, этот топор полнейшая фигня. А он на лошади, окей. Точно, вы правы, окей. Да, вы правы. О, хорошо, что я его не выкинул. Фу, старый топор на месте. У меня вещи не починены, что ли? Кстати, да. Починил все, кроме брони. Все починил. Ой, короче, мы никогда не доберемся никуда. И стримник. Что здесь вообще происходит, блин? У меня 15 силы. Подождите. Нет, у меня 13 силы. Подождите. Зачем я вообще туда иду? Стойте. Как только ты вступаешь в бой с разбойниками, они все на тебя агрятся. Я так понимаю, здесь две пачки разбойников дерутся. И если вступить в бой с одной пачкой, они все атакуют. Обе пачки сразу объединяются, и не то, что они просто на тебя как мухи слетаются, у них агр какой-то срабатывает. Не видал такого, Ленки драка. Сама явилась на стыковой. Вот это теперь уже тот... О, там чувак с алебардой теперь появился. Чё-то я даже не знаю насчет такой вечеринки, а? Ха-ха-ха, и это все, на что ты способен? Мухи слетаются только на одну вещь, на мед. Мухи очень любят мед. Уже мертвец. Знаете что, ребята, раз вы будете автонаводиться и все такое, я тогда буду делать вот так. Это все, что ты можешь. Раз вы такие умные, блин. Раз вы мне тут будете, например, камеру неуправляемую в бою с двумя чуваками делать. Окей, понял, ошибся. Был неправ. В чем дело? Продолжай. Эми, вы только что камеру видели? И это по-твоему поединок. Боже. Ой. Боже. Ой. Получай. Боже. О. Да. Дусай двори. Говорит не по-русски. Ай.
Да, это чувак имбища. Рустам, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за подписку. Колен. Черт тебя побери. А, мой бог, чувак. Он такой сильный! Спасибо тебе огромное, Рустам, за подписку подарочную. Где он? Сильный у нас дебафов куча. Нет, ну всех остальных я убил. Да я не могу вылезти. Этот чувак какой-то особо сильный. То есть он тебе один раз. Он тебя один раз контрудар делает, и все. О. Разбойник плывет. Хенская бригантина. Опа, она же. Но мне как раз таки нужны. Мы их потеряли. Случайно продали. Темная воинская куртка. Это, кстати, кайф. Нужно нам такое. Утопец. Короче, такое себе развлечение эта дорога. И это ровно та дорога, где на меня в прошлый раз эти чуваки нападали. Но дебафов у нас куча. Вы правы. Еще один сдох, по-моему, возле... Вот здесь. По-моему, я одного здесь убил. Или он сам сдох. Сердечный приступ, все дела. Жесть. Здесь можно, кстати, сохраниться. Я думаю, что мы, наверное, сейчас сохранимся и будем заканчивать, потому что с теми разбойниками еще можно долго драться. Этот топор лучше. Новый топор трэш полный. Да, сейчас будем спать, все. Добили ли мы их? А фиг их знает. Вроде нет. Сейчас надо. Крашеный, блядь. Вот воинская куртка, вот это мне нужно. Вместо прочность 60, прочность 60. А, они одинаковые. Но это будет дешевле чинить, чем вот этот. Стоп. Ау! Куртка это вместо бегуина одевается. Что? Ничего себе. Ау. Так намного лучше. Только что 12 защиты добавили. Это место очень часто спавнит разбойников. То с одной, то с другой стороны у этого мостика. Ну вот, блин. Нашли. И куртка красивая. Хорошая. Красиво. Теперь он вообще как накачанный такой. Куртка кайф.
Я очень хочу их забить. Добить. Мясо еще 60%. Я просто сохранюсь, меня сейчас портанет куда-нибудь. Я не могу позволить им жить. Они плотву украдут сейчас. Чат, вы чего меня отговариваете? Это же плотва. Она абсолютно беззащитна. Плотва. Осторожно, здесь разбойники. Вон, видишь, трупы валяются. А, они ушли. Йоу, чуваки, они ушли. Остались только трупы разбойников. Жало. Еще один итальянский бацинет. Офигеть. Какой-то еще шпоры. Еще бригантина. Темная миланская бригантина. За 2000. Ой, мы, короче, весь лут у нас будет, чуваки. Бацнет клаб визором. А, мы такое видели. На них на всех шпоры, а? И у этого итальянский бацнет. Они что, все блатные здесь? Итальянцы? Итальянцы в Чехии? Еще точно итальянцы. Все в миланских бригантинах. Что за жесть? Бригантина топ? Так у меня такая же. У меня такая же, только красная. Что у меня более блатная. Красненькая. 24-24-10. 24-24-10, прочность 78. Прочность 78, да, такая же. Так, плотва. Поехали, доедем. Все, теперь мы на... Я должен отвезти это мясо, в конце концов. Окей, мы сейчас здесь. Мы, блин, почти на месте, чуваки. Мы так близки. Мы вот здесь. Через реку, переправить через мостик по дорожке. Дорожка. Дорожка будет через ручей. И прям по ней едем. Вот она, дорожка через мостик. И эта дорожка приведет нас в Сазаву. Уже почти 10 часов. Ты завтра все проспишь? А кому сейчас легко? Я должен довести мясо. Больные ждут, там люди умирают. А ты говоришь, проспишь. Чувака надо набухать. Тоже больного. О, нет, камон. Мужик, ну почему ты здесь висишь? Интересно, чего ты скрываешь? Где тут лут у тебя? Поехали. Точно я по той дороге, по той дороге еду. Да, это дорога, это она. Гей, беги быстро, плотва, чтоб я не отвлекался. Мужик, уйди с дороги. Я клянусь всем святыми. Если ты... Кыш. Я мясо везу. Господи Иисусе, мясо везу. Так, где Сазава? Там, да?
Я вижу ее. О, мой бог, мы доехали. Доставка мяса! Скорее, плотва, скорее! Везем это мясо. Яндекс Еда. Мясо заказывали. Кому мясо? Та-та-та-та. Где она? Йоханка? Йоханка? Нет. Где Йоханка? Где Йоханка? Спрашиваю. Ты не Йоханка. Ты не Йоханка. Я больше не сплю. Совсем. Я убью тебя. Где Йоханка? Я вез мясо. А, вот она. Надо было просто посвистеть. А, да, кстати, мясо. Мясо здесь. Йоханка, я несу мясо. Здравствуй, Индра. Я принес немного мяса. О, господи, мы это сделали. Жри. В смысле, на здоровье. Спасибо, Индра. Вау. Такая еда им точно поможет. Не представляешь, как она мне досталась. Да хранит тебя Бог. И это еще не все. И еще у нас для чувака есть снадобье. Мы выиграли. Подожди несколько дней, пока подействует зелье. Зелье сна. Чувак, который не мог уснуть, мы уже сделали. Так. Снадобье. Стоп. Тот, что не может уснуть, мы разве не решили вопрос? А припасы еще надо найти. Подождите, вот этот чувак же не мог уснуть. Петр, мы ему помогли. Нет? 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 Вот этому надо помочь? О, Петру нужны были повязки. Окей. Ладно. В общем, придется этим в другой раз заниматься. Ну, блин, в следующий раз зайдем, нам нужно будет опять продажей, починкой заниматься, вместо того, чтобы играть. Трешовые там всякие топоры выкидывать нафиг. Тише. Окей, давайте сохранимся просто и все. У тебя было зелье? Какое у меня было зелье? Зелье только что я отдал. Которое надо было. Окей, короче. Все, сохраняемся, в следующий раз разберемся. Какой бардак. Это можно сразу до утра поспать, да? Подождите. Че не все? Подождите. Надо набухаться перед тем, как спать ложиться. Чтобы сытость набрать. И быстро спать, пока не опьянел. Быстрей, в люльку. Завтра будет поезд? Я очень жду. Не знаю, что завтра будет. Разберемся завтра. Я ничего не знаю. Пока что.
Турнир вратая. Во. Кстати, турнир. Самое время. Со всеми дебафами от пьянства. Что, Филипп, тебе лучше? Что? Что случилось? Нам удалось вернуть... Как долго я был? Очень долго. Я... Отдыхай, ты очень... Ага, хорошо. Спасибо тебе. Окей, зелье помогло. Отлично. Все, мы готовы. Сохраняемся, выходим. Капец.